Андрей Шишкин связал смерть певца Юрия Шатунова с переживаниями из-за конфликта с Разиным. Пресса уже сообщала, что у Юрия Шатунова была серьезная тяжба с продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным. Звезды судили за право песни «Седая ночь», «Розовый вечер», «Белые розы». Друг музыканта Андрей Шишкин сообщил о его состоянии здоровья до его смерти. Если говорить о его голосе, то он был бодр и ничего не предвещало беды. 3 дня назад он звонил мне. Позавчера договорились, что пойдем в ресторан. Завтра он планировал лететь к семье в Германию и уже приобрел билеты. Андрей сообщил, что в разговоре с Юрием услышал уставшие нотки. Видимо, сказались разбирательства с Разиным. Ранее сообщалось, что Юрий переболел из-за нервов. Его организм был истощен. Он какое-то время находился в клинике. Он был и переутомлен, и недообследован, сообщил его близкий друг. Андрей находится в шоке от смерти друга.